не суть. Господи. Она прозрачная. Иди, иди. Ой! Вот она. Лови. Боже. Поймал? Да. Ты ее где нашел? Ай, убежала. На улице. Зачем ты ее взял? А почему? Она такая нежная. Да, она прозрачная. Покажи нам всем. Боже, это маркиза в детстве. Такая розовенькая. Глеб, не суетись, а то я не могу ее на камеру зафиксировать. Сейчас опять как спрыгнет. Тима ее, Косевича. Косевича маркиза. Так на маркизу похоже. Мамочки. Куда она? Вот она. А. Господи, иди на улицу ее отпусти, сынок. Иди. Нет. Иди, иди, обуй мои вон тапочки и иди. Мама, мама, иди на улицу. Пожалуйста, иди. Блин, да я так и знала. Чего? Под шкаф уползла. Не, не уползла. Давай, поймай, иди на улицу, отпусти ее, сынок. Маркизу возьми. Сейчас. Нет, иди. Нет, иди. Иди на улицу, маркизу возьми. А, держи! Глеб, я тебя умоляю, иди на улицу. Ой-ой-ой. Боже. Вот эти тапочки можно? Можешь, один. Иди только отсюда. Вот это... Ага, я представляю, как я сплю, она мне по лицу ползет. А чё? Не, давай, давай. На поле давай, Ваня, Ваня. Ваня, Ваня, Ваня. Ваня, ой! Давай, не нервируй, мать. Не, не. Маркиза, дуй. Дуй на улицу. Иди. Иди отсюда. Чтобы это не дома было. Ваня, Ваня, Ваня. Маркиза, давай, Ваня. Позови ее, позови, позови. Иди на улицу, Маркиза. Дуй. Дуй на поле. Иди, Ваня. У нее еще так носу прилипло черное. Иди, позови ее еще. Гулять, гулять. Гулять, гулять. Бусинки. Иди гуляй, девочка. Ой, семья ненормальных. Это трындец. Маркиза, ты чё замерла? Иди на улицу. У нас сегодня 7-е, по-моему, или 8-е. Не знаю, какое сегодня число. В общем, пасмурная погода. Идет дождь. Ой, пледик. Он почти высох и пошел дождь опять. Надо его снять срочно. Вот в пасмурную погоду как бы стрёмненько так сушить белье на улице. А куда деваться? Вы видели, что у меня внутри нету вообще места. И нет, оно уже сухое. Это вот просто сейчас зараза дождь пошел и все, оно опять намокло. Надо было за ним следить. У меня тут пододеяльник, плед, на матрасник, простынь. Все вот это. Так интересно было. Сегодня я утром загрузила в стиралку. Вот это вот все, естественно. В один приход. И
у меня пошел белый дым со стиралки. Я так испугалась, думаю, ё-моё, что это такое? И скорее ее из розетки выключила, а мне надо было на работу ехать. И уехала на работу, приехала часов в 5 вечера. И включаю ее в розетку, короче, у нее там ее вот эта программа по памяти сохранилась. И она продолжила стирку. Не было никакого дыма, ничего, все у меня достиралось. Все нормально, вот высушилось, и я теперь не знаю, что это было вообще. Что это было? Как мне теперь поступить? Как мне теперь поступить? Вот у меня все вот белье я сняла. Вот такие сидим, короче, расслабляемся. Делаю сухари, полная раковина посуды. У меня синдрома отличницы нет. Слава богу. Сухари вот, сухари вот. Фрукты закончились. Вот осталось 2 яблочка. Не знаю, как я буду дальше жить. Йогурта нет, ничего полезного нет. Завтра по-любому надо ехать в магазин. Сейчас я перед сном помою посуду, соответственно. Я просто с работы пришла, так устала. Я просто никакая. Вон дверь открыта. Маркиза там хавает. Выселила я эту девочку. Потому что она так тут вот хавает, что вот тут на ковре ее корм. Оно мне надо. Только сделала химчистку ковра. Чистый, вот видите, идеально чистый. Она здесь начинает что-то жрать. Ну, в общем, мама раб своей квартиры называется. Сейчас бельишко постелю. Он на гладильной доске. Сейчас поглажу, все постелю. Глебу опять свежее. Ой. Я белка в колесе. Днем работаю. Вечером прихожу домой и опять работаю. Даже телевизор не включаю, потому что нет интереса его включать. Вот так вот. Время у нас сейчас почти 8. Хочу рассказать про сегодняшний день. Кто смотрит меня, тот, наверное, уже знает, что я занимаюсь. Моя работа состоит из того, что я делаю уборку квартир, домов, офисов и всего-всего, что подлежит уборке. И делаю также химчистку ковров, диванов, матрасов. В общем, я такая фея чистоты. Ну и сегодня у меня был заказ такой после генеральной уборки. Это вот все впереди, да, были кадры с работы, что я там снимала. И по дороге на работу, и на работе. В общем, работа моя приносит мне радость и удовольствие. Я люблю наводить порядок, люблю дарить людям чувство уюта, чистоты, гармонии. Сегодня как раз была у меня работа в гармонии. Это в Будве. Такое здание красивое. То, что я делаю, приносит мне радость. И когда я вижу, что это приносит радость людям, это приносит в итоге радость мне вдвойне, тогда даже, когда уже я этого не вижу, да. То есть Вселенная мне это все возвращает, всю ту радость, которую я дарю людям. И радость после химчистки, и радость после уборки, то, что они испытывают. Я беру за это как бы дороже, чем некоторые, чем все остальные, потому что я в свою работу вложилась, я купила технику, я очень много на это потратила. И, соответственно, моя работа стоит дорого. Я делаю все качественно и быстро. Беру я в помощь себе сотрудников. То есть я это делаю не одна, с помощниками. Даю людям работу, как бы и люди тоже благодарны мне. И, в принципе,
Я благодарна этим людям за то, что они облегчают мне мой труд. У нас такая взаимопомощь. То, что я люблю уборку, это да, я люблю ее с детства. Я люблю наводить порядок. Я ненавижу готовить, но люблю убираться. То, что я иногда готовлю, это говорит о том, что я тоже живой человек, хочу кушать. Хочу кушать домашнюю еду. И когда у меня есть на это вдохновение и силы, я готовлю. Когда у меня нет сил, я иду в кафе, либо я готовлю такие полуфабрикаты. В принципе, мне это нравится тоже. Я вообще себя привыкла хвалить после замужества. Всегда и за все себя хвалю. Себя люблю. Я у себя свой самый лучший друг. И мне никто не нужен. Но я всегда рада друзьям. Рада друзьям. Это точно. Так что подписывайтесь на мой канал, дружите со мной. Те, кто со мной дружит, всегда остаются в плюсе. Это точно. Такая сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всех я вас люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока. До завтра, до следующих видео.